жмешь на газ. Как будто жизнь в последний раз. Дороги сложной за рулем. Погони вечной за рулем. Остановись, подумай на досуге. Кто понял жизнь, тот не спешит теперь в испуге. Ведь жалкое подобие людей подвержено ничтожным образом идей. Трасса Ростов-Дон. Здесь, конечно же, почищено, я даже не сомневаюсь. Ну, иначе просто быть не может. Да, здесь почищено. Вот вам, ребята, принцип непонятной уборки дорог. То есть МКАД и основные трассы почищены, а съезды и выезды с этих трасс на МКАД почему-то не чистят. Вопрос, почему? Вот вам тоже результат. Город Видное. Подъем. Дорога не почищена после вчерашнего снегопада. Машины висят на подъеме. Сейчас вот эта фура, которая впереди идет, она и повиснет здесь. То есть создается аварийная обстановка, аварийная ситуация. Вон там фура висит, она буксует, никто проехать не может. Вот вам то, как ухаживают с дорогами. Да, можно сказать, ой, выпал снег вчера в большом количестве, хорошо. А вы же знали, что придет зима? Какие меры приняты были? Зима ведь придет. Или можно ссылаться на то, что выпал снег, и прикрываться тем, что ой, он столько много выпал, да? Что будет? Вон там висит фура, а здесь внизу идет МАЗ. Сейчас он либо повиснет за ней, либо начнет обгонять и повиснет на встречке. И тогда дорога полностью заблокируется. Я бы на месте МАЗа подождал бы вот это делать, потому что, ну, это нелогично. Либо помог бы товарищу, включил аварийку и помог бы товарищу. Но нет, не тут-то было. И вот меня все-таки забавляет ситуация, да, даже в городе. В Москве фуры буксуют. Ни цепей, ни сеток, ни хрена. Я уж не говорю про то, что резина какая-нибудь такая, не совсем зимняя. И эти люди еще говорят, что мы дальнобойщики. Да вы не дальнобойщики, вы самоубийцы. Необычайно. Но вот тот мазик проехал по встречке мимо висящей этой фуры. Факт. Ну вот, у человека хорошая резина, наверное. Во-первых. Во-вторых, у него стоит какой-то контейнер на полуприцепе. Он, конечно же, имеет вес какой-нибудь. То есть он не пустой идет. А вот фура буксует, видите. А мазик прошел. Ну, лед. Ну, как тут вот? Тут, конечно, цепи надо, лопату надо, ну и так далее. То есть, надо понимать, куда ты приехал, что это зима. Ну и легковым не надо подъезжать к самому вот краю. Фуры. Можно же понимание иметь, нужно же, что сейчас он пытается тронуться, его потащит назад. И что? Стойте вы подальше. Нет, подъехал к самому бамперу и стоит. Ну что за люди, а? МАЗ-6х4, колесная формула. Сейчас, видимо, тоже повис. Потому что все встали на красный свет, и все, мазик висит. Зашибись. Все, сейчас наверху зажгется красный, я его объеду. По-другому это невозможно. Ну, видимо, там красный. Поехали. Ну, здесь лед, конечно, голый. Он в цепях. Уже хорошо. А вот и мазик, который тоже повис. Но он проехал далеко по сравнению с предыдущим автомобилем. Но тоже встал, видите. Вот здесь даже газель буксует. Но на самом деле и на легковой машине здесь лед под колесами. Но как здесь на грузовике забраться?
но самое интересное, стройки вокруг, грейдеры, тракторы, все что угодно есть. Только дела никому нет до того, что здесь не подняться. Ну, взять, поставить 4 человека рабочих, перегородить дорогу и все почистить. Полчаса работы, никому не надо. Ну вот видите, одинокий грейдер. Вы думаете, он дорогу чистит? Он въезд на строительную площадку чистит. А дорога нечищенная. Вот такое вот отношение. Вот интересно. Вот у людей сейчас современное отношение такое. Не важно, что дом сгорел. Главное, что у соседа собака, корова сдохла. И вот это проявляется во всем. Во всем. Вечер. То же место. И фура стоит. Неужели та же? Или это такое проклятое место? Но если фура та же стоит, но это нонсенс, ребята. Это вам не где-то там, бог его знает где-где, помочь некому. На том же месте. Ну, здесь лед. Что интересно, день прошел, дорога не почищена. И века стоит. Прилипло. Но этот без цепей, без ничего, просто на шару хочет заехать. Не получится. Тут лед, долго копать нужно будет.